проходил в Минске саммит ОДКБ. Там не было, кстати, Армении. И вот была информация о том, что якобы Беларусь от имени, конечно, России делала все для того, чтобы Армения прилетела. Ну, потому что как это так? Теряет лицо эта фиктивная организация. Есть ли такая информация у вас? Лукашенко стал мальчиком для битья, мальчиком Путина. Почему? Смотрите, Пашинян не планировал приехать на ОДКБ. Лукашенко звонит Пашиняну и просит его изменить позицию. Настаивает, даже пытается потом и в паблике какие-то действия осуществлять. В ответ получает однозначный отлуп от Армении, от Пашиняна. Пашинян не делает этот жест прямо напрямую в лоб Путину, но он делает это прямо напрямую в лоб Лукашенко. То есть дает ему щелбана. Такаев, находясь на саммите ОДКБ, после пламенной речи Лукашенко, абсолютно бездарной, абсолютно с повторяющимися нарративами о том, что нам угрожают, нашему союзу, договору о коллективной безопасности, этот ужасный Запад планирует захватить наши территории, хочет нас поработить, хочет изменить нас и так далее, и так далее. Значит, Такаев говорит очень мудро, а может быть, хватит говорить об этих перманентных угрозах, ведь тогда нас неправильно читают, партнеры считывают информацию о нашем договоре. То бишь, как бы воспринимается, что организация договора коллективной безопасности чуть ли не готовится к войне с НАТО, готовится к войне с партнерами, что абсолютно не соответствует интересам Казахстана. И Назарбаев говорит в ходе вчерашнего заседания, давайте займемся тем, что реально есть сегодня. Какие у нас угрозы? Это наркотрафик, это нелегальные торговля оружием и нелегальные мигранты. И обратите внимание, он говорит про мигрантов, а мы прекрасно знаем, кто начал эту войну с использованием нелегальных мигрантов. Путин и Лукашенко. Лукашенко, марионетка, атакует с 2021 года перманентно границы стран-соседей Беларуси, членов Европейского Союза. Сейчас на направлении Финляндии наметилась тенденция, то есть на перекидывание нелегальных мигрантов с территории России. То есть Такаев очень дипломатично, потрясающий, конечно, уровня дипломат, дает ответ, чем нужно заниматься. Я думаю, Такаев сидел на том кресле, в котором он сидел вчера в Минске, ему было очень неудобно чувствовать себя в этой компании. Лукашенко вчера совершил дипломатический прорыв в отношениях с Российской Федерацией. Он прорвался в автомобиль Путина, потому что Путин, прилетев в Минск, не нашел времени, возможности, а значит и желания провести двустороннюю встречу, полноформатную с Лукашенко, даже в формате один на один или в расширенном составе. Это показатель отношение Путина к Лукашенко как к своему, как своей марионетке, фактически тем, кем он управляет. Лукашенко стоял на этом ковре, когда у него дрожала голова, ведь у него считывался одновременно радость от того, что барин пожаловал к холопу, готовность целовать ему каблуки, одновременно у него считывалось страх, потому что вдруг барин заберет ярлык на правление или уменьшит возможности правления в Беларуси. И надежда к барину обращения «дай денег». А барин не нашел времени встретиться со своим холопом. И Лукашенко сел на диванчик в своем дворце, и это засняла пресса. Не нашлось возможности даже за стол нормально сесть. На диванчике присели. Да? Путин смотрел так безразлично на него. А в последующем он впрыгнул в автомобиль, чтобы провести его в аэропорт. Вот это реально отношение сегодня к Лукашенко. Лукашенко действительно марионетка. Это фиаско. То, что произошло вчера, с точки зрения интересов Лукашенко, он показал еще раз, что он внешнеполитический импотент. Он уже даже России не воспринимается как серьезный партнер. Но это будет перманентно проявляться. Да, он будет использоваться Россией, но как серьезный партнер его воспринимать не будут. Будут вертеть им так, как хотят.